Я помню, Ваня спрашивал ее, пойдешь на Лича 25 лет? Да, пойду. А кем пойдешь? Так, чтобы больше ДПС давать. Ой, я пала там вообще, на Личе прям обожаю паладином. В итоге зашла 6,5к ДПС, блядь. Бисовый эрпал. Красотунька какая-то, но... Да ее тогда, блядь, в канобе клан все чмурили. Ну, как бы старались не при ней уже, чтобы не обижать, там, Ваня попросил, чтобы ей не писали уже ничего. Но когда ее нету, это все пиздец, блядь. Какая Лилия, ты че, нахуй? Куда ее брать? Она слабенько играет, но... А был я в легендах, короче, вот этот ангелок. Магом. ДПС она, в принципе, дает, блядь, без этого, без ПСок, без стриксов, но только тупо настоящим боссе. Да, когда бегать надо сразу. На сурке у нее прокало 22,5. Без стриксов и этих ПСок. Но не всегда. Вот два босса, на которых она дамажила. Это, блядь, Сурок и этот в РС-ке стоящий этот босс с трэшем, который. Генерал. Так а хули не Да, вот. дамажить-то, блядь? Конечно, блядь, стоишь нахуй, жмешь кнопки и все. А на лече так, блин, знаю, что маги бомбы раскидывают по этим, по валькам, которые еще в воздухе летают, по этим, по духам на третьей фазе уже. А ей по барабану, даже на платформу не могла вернуться. Каноп пошел в льду с данными. Ну-ка. Сейчас я мишку свою открою. А что у тебя там не вкачано это в ветке в Хиловской? Шестьдесят одиннадцать. Что-то у меня по-другому там. Ну стана у меня нету. Что-то еще. Вожака, что ли, тоже надо глянуть. Так, ну стана нету. Вожака, да, нету. Вот улучшенного вожака стая. И получается, да, вот здесь 4 этих таланта в хиловетку. Получается оборотень перерожденный и 2 из 2 искусственный оборотень. Но здесь хороший баф, увеличение физухи на 4. Это ТПС. Хорошая штука. Ну а так, грубо говоря, улучшенный вожак вроде как коты берут. Вот. Тут получается что? Не всегда в рейдах есть коты. Но это да, но и мишки-то это огромная редкость. Да и с другой стороны, сама по себе вот этот эффект, ну он, блядь, ну не, блядь, как сказать, не такой охуенный, чтобы брать для него талант этот брать. Сама физуха вот эти Смотри, 4%. ты про лучший вожак ставишь? Да. Ну вот смотри, если в рейде нету протопала. Так, я тут. Че, бафы раскидаю? Смотри еще, как он куда идет. Тут после были. В комнату? Да. Лисия, Белина, Артвейдера, Лоран и Войт.
Ну, мне васап такие сказал скиллы. Чек на пол. Готовы, убивайте мобов. Забудьте рейндж стать. Делами или как? Допустим, босса. Я гонял с этим станом, кстати, вкачанным на лече очень хорошо. Каждую волну станете. Убивайте. Мишка не улетает. Потом на агров качал, блять, увечьем. Незваные гости! Вы заплатите за то, что посмели вмешаться! Погодите, вы? Я помню, так, метку только поставьте на того моба, которого будет контролировать. Но вы... Мы не делаем, или мы не контролируем. Защитник называется, от него надо стана ему давать. Или вы еще какой-то чук делать, брать? Уйдите оттуда. Бежал от мобов. Сейчас будет волна защитников. Он идет. Сначала защитника залейте. Лужа вот это неэффективная. Кидаю в прыжку одного, в прыжку другого. Ну я-то и лужу, это вскипание крови по полцам. 50 тысяч набираю. Уголы его, смотрите, там аккуратно под боссом, он 2 милика. Все. Сейчас добьем этот трэш и запускаем. Трэш как запускать? Давай. Давайте на рейндж. Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Че там, Геру, нет? Да-да-да. Чего, отойди немного. Забирай. Ну только... Ладно. Все, чего разом решили сделать? Еще и молнии. Не таланти босса, но тебе же один дисбаланс сыры лучше. Ну там лох может отойти, тогда чего сделаем? Он разрушил мое сердце. Без смертей. Еще Фрейри будет отчего. Убил мою жену. Кинжал. Ребят, есть такого мамонта? Сейчас поставлю. Есть у кого алхимия? О, у меня есть. Это лук. О, стой, стой.
Спасибо. Так, по поводу Фрей, там, короче, будут вылезать мобы. Если вылезают мелкие, точно их заливайте. Если вылезает это дерево здоровое с грибами, грибы становитесь, чтобы не ловить сало. Ну, Дарена сливаем, естественно. Ну, элементали тоже заливаем всех, когда по три штуки они там уходят. Не Фрей, последний босс без смерти осталось. Так что постарайтесь, пожалуйста, не умереть. Там в обезьяну превращаешься. Или ты не об этом? А чё, продать нельзя, да? Это на персональный. Кому надо? Силка раньше часто падала. Кому надо эта хуйня? Мне не надо, блядь, я не обезьяна. Мне надо. А кому из вас больше надо, я хуй знаю. Ладно, и Лорану дал. Так это мы ее тогда до 100 опускали, так? Чё говоришь, стаки? До 100 стаков мы опускали и начинали бить. А я чё-то хз, там зависит от БТС, так проседает она. Ну, меньше даже нужно. Залейте ману Гутерболу. Может, тех пускал или забить? Лоран, все готовы поехать? Да, не умирайте. Стойте, вам приведут босса. Дайте мне силы. Корни бить, случай отходить. Чуть сливайте. Масло не бить. Видите, просели, стопайте сразу дома. Ну добивайте. Под грибы. Там черепок вешается мед. А, вроде да. От нее отходить надо, но вешает. Пошел пофиг. Ну-ка, сколько учить? Опять как? Да, прилично. Десятка лучше. Если каст не сбивают. Помогите мне, дети мои! Игорь. Ах, ломанчик, убивайте элементали.
хоть бабл. Долги. Мобай. Идите быстрее. Дарая нара. После этого трэша убиваем Фрея. Блять. Точно. Стопайте. Нет. Хламончик. Убиваем Фрей. Дерево бьем. Так-то жесткий босс, ну сейчас можно бить вроде как. Да. Гера как раз подальше. Это проблема еще в том, что косты никто не убивает. Блин, что-то я не знаю. Он умеет. Босса просто. Собери мобов, добивайте босса. Там трэш согрелся, забери. СПД, МП5, СД-6 возьму. Будет пригодиться. Сейчас куда? Нейрон. Искра воображения. Шоковая это магия или это нейрон? Не будем мы делать хард. Без пожарников? Не получать урон от мины, ачивку сделаем. На кого СС кидать? Не знаю даже. На лапу предков кидай. Давайте с минами ачивку сделаем, будет похлопать их в бабле. Тут лобного танка можно. Да, хламон спекай сейчас сам. Да, бычку, бычку. Ты на друида будешь заходить, наверх за цели ты забрал уже. Да я вот не знаю, как сделать, блядь, заходить или нет. Там инфолипало, тоже что-то падает.
Ну, в принципе, я уже, блядь, сделал все друидом и ДФБ, и ПТ. Не знаю, это ради этой шмотки. А, мне ну нахер ты. Чисто себя порадовать, блядь, что у меня бисовый друид. А что, мы геру делаем, что ли? Не-не-не. Чек на пункт. Мы делаем мины, мины не взрывайте, войд. А шоковый удар, это я не знаю, это, наверное, магический. Да, магический. 100 тысяч урона. От сил природы вроде. Тут бабли мины повзрываешь, все, все готовы, поехали. Там, по-моему, Павел ударил. Смотри, он сейчас пойдет в рейд. Так, что сейчас ходит? Зарвите мины. Идите за минками. Бегите на минки. Ходит. Беги, малышка, беги! О, не заблимись, надо прожимать. Одна мина там вон есть. Не успел кинуть еще. Она исчезнет сама. И на третьей фазе будут там уже от вас зависеть. Да-да-да. На четвертой. Да. Ну сейчас можно бусты отдать. Тело не тангится, да? Нет, не надо его тангить, просто бей. У меня, кстати, есть это чего. Прикольно. Хотя можно прожимать последний фазу. Напоминаю, что надо слить одновременно на третьей фазе. Это вот фигня, извини, пожалуйста. Ахламон все подряд. Танк голову. Ну, Лоран там раскидаешь дот. А там они... Да, нет. Они ауешь. Войд, короче. Слышь, Войд. Этот моб на третьей фазе выйдет, ставьте его на себя и дай ему стан в красной метке, ну когда она появится. Можешь такую фигню сделать? Попробуй. Станет, алло, алло, меня слышал все, нет? Да. Да. Красная метка. Белин, его забери на себя, дай по РЛПшек, а потом я встану через тебя. Кого, кого? Большого моба, его никто не бейте, если вообще его надо. Че он появится вообще? Появится, излучая из какого-то. Он из красного появится. Вон он. Сейчас у меня будут тоже, да? А я, кстати, хз, блядь, мне от него что, бегать надо или что сейчас? Он тебя не убьет, я думаю. Ну, сагри, посмотри, я похилил. Он должен прилично убить, ну-ка давай попробуем. По 20 тысяч, да, ну на. Ну это крит. Не должен убить вроде. Но 20 тысяч крит. Видите? Да метка. Джунгером. Геру надо? Не надо же слить. Или надо? Да можно. Да, откатится как бы все равно. Красная метка где-то. Мины осторожно. Аккуратно мины. Вон, красная метка. Есть. Давай мы стан. Отлично. Хорош. Стойте на месте, мины не отрывайте. Беги, малышка, беги! Сейчас умрете все. Что не видит, что обстрел? Вообще жесть. Не видит. Да я взорвал кто-то там, по-моему, на четвертой фазе уже. Угу.
Давай, Войд, в холике. Так, а что сейчас? Визит? А я в рейтрике. Везакс в холика, да? Да, я тут себе немного хавать положу. Не в сове? Спасибо. Это трэш потанчик. Ну там пишут же, что лазерный стрел надо ставить за спину центральной части. Я думаю, что по поводу йога сделать, можно спустить 4 штуки и не ебать себе мозг. Да нет, это шо. Так неинтересно. Там же легко делается, как меня все. Песнут. Ну, блять, дамажить меньше стал, дамажит как хуйня вообще. Пока трэш можно отойти? Да, отойди. Ну, печати там потом опять бегаешь в этот архив, по-моему. И тебе дают квест. Типа. Да, ну, дают этот обломок Волонира или как он там, блядь. Там тут Волонир, это ключ к алголону. И все. А, блядь, точно, я уже сам туплю. А просто ключ дают и все. Сумка там прикольная, может быть, рецепты какие-то. Че? Идите с большим хп. Ну, не знаю, мне гильдия Волонир собрала на паладина. Сейчас, блять, из-за того, что почему-то не можем перенести на вторник ульту армии со среды, я не могу в нее ходить. 25-ку. Я во вторник не могу собирать. Ну, блин, тихо. Но учитывая, что у нас сейчас по вторникам на офе вроде как норму вводит там один персонаж, то в принципе, может, я даже смогу ходить в льду. Без нормы, по-моему, там не надо ничего. Гораздо прикольнее было бы ходить чуть не по выходным. Это да. Ну, вот тут я тебя полностью поддержу. Почему бы в какое-нибудь воскресенье там не сходить в льду вместо там целка? Может, тем более у нас уже 4 закрыто. Может быть, как-нибудь по воскресеньям я смогу водить льду. Че, тенефобию сделаем? Попробуем. Тенефобию, да. Это же обычно проходная чего. Ну как? Иногда люди все равно дуплят. В прошлом КД мы только с третьего раза смогли не убить эти. Ну, мы другую делали, сранит. Кстати, сранить надо. А что там? А зачем тебе сранить? Там какая-то пуха на холи пала падает. Бисова. Да. Ну давайте сделаем. Сложим вообще. Можно идти не хобби и сранит. Ага. Полголы у тебя есть пушки, кроме шейма, или ты без шейма? Да, с первого трая, если кто-то убьет, то будем просто добивать. То есть тут такой, если ты не смотришь, тебе пофиг там на рейд, на то, что людям шмот надо. Не будем тут сайпаться отлично. РТДшки ничего не езжайте до фазы, когда выйдет этот, ну, элементарь этот. Просто медики автоатакой стоят, бьют, там они снесут почти все хп. Типа 3 минуты ждут.
Челы тут, танки, где хламончик? Опа, блядь. Все, я вижу, хильте и бейте, трэш. Милики, туда не прыгать, кто гальер, смотри. И да, оденешь брин тролль, я тоже брин одену. Как там хили? Липал. Визакс. Обычно. Ну, экономить надо, да? Ира, смотри, там тоже, блин, что не захилили Белина. Мана кончается. Не? А еще у нас включен этот. Двухстай. Кантовское это говно. И маны нет. Голы там, Ира, тоже смотри, там бурю всякую не зай, там независимо что тебе блин. Ушки не кидай. Просто бей, я кинул тебе уже. Просто бей там ОВС, правосудие. Сейчас добьют уже рейд. Слышь, да? Ну и вот все, отлично. С автоатакой будет ковыряться, остается. Потом выйдет Лем сразу. Мы можем потестить прям вообще, если никто не будет никакие скиллы юзать, просто правой кнопкой на босса нажмут. Все равно там снесут ему процентов 80 до появления этого челика. Ману резим. Ну вообще тут спекнуться с третьего хила. Что тут бой висит? Ну вон мобы сагают. Правильно, трэш бьют. Нет, это, только сейчас он сыграл. Бля. Иди сюда. За вуди, за тотема. Ты сверху стою. Или что, или спускаться? Похоже. Ну спрыгивай. Давайте тогда слева Эларан Артвейдер, справа Лапа Предков и Ультрасука. Все остальные стоим под боссом. А хламончик. А, бля, ты что, ты еще будешь. Ну давай тоже будем слева. Смотрите, когда будет копье лететь, просто перебегайте, а с меткой человек просто выбегает из рейда. Там кидаете на все сейвы, и там все дела, когда выходит с меткой. Не, ну 500 хп за Ульду, сука, согласитесь, это вообще хуйня. Ну это херня. Да Ульду уходят не за этим, не за ЕП. Так, обновляя баф. Ну это понятно, но все равно это мало. Ульду уходят за ачивами, а ЕП это так себе. Ну вообще в идеале за Ульду вообще не стоит начислять ЕП, то есть уходят люди чисто там заинтересованные. Ну так я. Вон даже в РК висит. У льда десятка, ты чё ЕП? Ну это старое там, Олег забив на это дело. Я бы накинул косарь вообще пофиг. Ну 1К это нормально для ульда десятка. Потому что ее и проносить часа два минимум.
вот мы с Войдом то и говорим, что 1К вполне себе нормальное количество для десятки. Не знаю, зачем. Плюс немногие ходят в эту ульду. Но люди, которые не ходят в ульду, они против, они считают, что мы сюда ходим фармить и поэтому и так далее. Дайте престол каску вместо кулака. О, сейчас я раздам. Я поддерживаюсь, чтобы 1К был в ульде. Десятки. Да не, есть такие люди, которые тоже фармят ЕП, и они будут забивать этот слот на ульду. А те люди, которые ходят в ульду ради ачив, они в итоге смогут и не попасть. Да вроде пару ульд собирается, блин. Не, ну в десятку, я думаю, особо ну, смотри, не пойдут мне, например, люди, чтобы попасть. Теряйте там, получайте. А вот на другие фарм. Мне нужны ачивы. Всем, кто спамит. А чё сейчас скину. Я под боссом стою, не? Да-да-да, под босс. Слева Элоран, Артвейдер, Ахламон, справа Ультрасук, Элопа предков, остальные все под босс. Но Гутурбол можешь пока постоять, пока будет хилить там, где лапа предков будет стоять целый. И почему никто не бьет Мацухи вообще. Еще раз, можно? А где стоит Локо? Элоран, Артвейдер, Ахламон слева, Ультрасук, Лапа предков справа. Он этот ник. Здесь вообще не надо стоять кучками. Стойте по одному просто. Ну, можете по одному стоять, просто главное не ловить себе копье. Тут как бы для кучки стоит это для удобства, чтобы типа группой отбегать. На самом деле, если вы видите, как вот говорит, в небо не смотрите, то можно вообще по херке стоять. Там вся механика. Тактика с кучками делается для того, чтобы половина этих кучек получала баф от лужи. И она делается, там, если ты одет в шмот льдуашный, потому что тебе реально не хватает ДПС, чтобы его убить. А здесь это вообще пофиг. Все, все готовы, внимание, массами вообще никто не бьет. Просто всякие бури, вот эти звездопады и прочее отключите нахер на время босса. Милики стоим, просто автоатакой ковыряем. Начинай. Ваша смерть возвести. Так, ну что, вводить надо косты какие-то, по-моему, сбивай. Угу. Ну да. Берем, да, сбивай ему косты. Нужно сбивать. Хорошо. Огненное пламя, жаркое пламя, что вот это вот. Не пропусти ни одного, то сдохнешь. Там есть еще второй каст, он не сбивается. Вот это называется обжигающее пламя, а тот не помню как называется, но в общем его не сбивает. Вот это ты пропустил. Нет, меня показывает. Мне показалось, что он сбил, кстати, а потом он скастился. Я сбил эту тьму там. Порыв в миле. Били или что? Нет, вроде. Они не, вон они около двери, они туда-сюда ездят. Ты не пропускай, он тебя убьет просто. Там 50 секунд осталось. А тут автоатака и просто пол хп сняли, даже больше. С хантом что-то дамажит.
9 команд, как есть. Так. Не хили. Там вроде этот работает. То ли, блядь, клятву, то ли волшебный поток вроде чуть резко. Ты можешь выбежать в РДД-зону, встать в лужу. Там будет мудрость. А, кстати, только копье не проеби. А не, саранитовый враг вылазит. Пульте. Ага. Вол, блядь, выбежал, всю хуйню получил. Играйте по сравнению. Что можно бить через Зелема? Почему не играете по сравнению? Зелема-то бейте, алло. Не видите, где он? Вот он. Прожимку отдавай, блин. Бежал далеко, кто не еще. Все, нет маны. У тебя есть? Вы очень долго бьете этого Лема. Даю гем, пока гем не действует. О, можно есть. Хилить. Что ты там делаешь? Да откинуло, блин. Метку, это, ДБМ не срабатывает. Летит копье и уже практически приземляется, начинает бегать, а выход. Короче, надо зерпить как-то быстрее. Маны нету. Я же фирмен. Всем привет. Поток не резает маму. Ничего не резает маму. Там встаешь в лужу, а там резается. Ну хз, короче, молитесь, я не знаю, что гимн хп читайте. Бейте быстрее босса. Бабл есть, если что. Агро сорвали. А, это Белин. Анкумер. Понятно. Мы на Везексе. Надо было подбить босса меньше, чтобы у него было там 1200. Блин, по Элему играли больше минуты, это вообще не нечто. Она за 20 секунд сливает. Да не доставали, пришлось подходить практически вплотную к боссу. Я же говорю, и запорол в итоге ачивку. Потому что я подошел поближе, и ДБМ даже это не срабатывал на то, что темное сокрушение на мне. Когда в меня тебе метка ставится, не знаю, босс поворачивается, смотрит в твою сторону. Трися, я не слышно, если что. Я ничего не говорил. Ну, смотрите, мне кажется, надо босса подбить 1200, чтобы мы когда голема убили босса. Мы не да это до миллиона сейчас босса снем и все. Блин, ты просто постарайся этого босса, ой, голема, поймать как-то поближе немного. Не так, чтобы он ушел вообще туда, в двери. А он, у него хитбокс маленький, он подходит к, вплотную к танку, и он ничего с этим не сделает. У этого Везекса большой хитбокс, можно вокруг него бегать, он не будет двигаться, а у голема по-другому. Поэтому такая хуйня. Так, ну ачивка же работает, да, сейчас, после вайпа? Да. Пусть их ламончик он стал, он тут тогда вот этого саранитового. А я в сове. Ну ладно. Надо просто нажать тап, сменится цель на Элема, его надо зерганить. Только вы, когда будете доливать босса больше, чем сейчас, все равно как бы про массу не забывайте. Нельзя вообще массу.
Да, там, я не знаю, 1800 вполне позволит массу не копить. 700, 600 даже. Не знаю, я считаю. А чё вы говорите, чё с лучатом творится? Чё там с ним творится? Люди заходят спамят, нам ну прикольно им это. Чё они спамят? Страница меня сюда. Есть у кого-нибудь шлюпка? Спасибо. Кстати, есть ВРК протопал не занятый. Да, я получил дебаф, который на стаках от 12. Потом получил факт, и меня просто убило. Подойти не мог из-за меток, которые кидались. Слышно? Этот дебаф стакается, покажи в сранитовый страж. Вы должны его очень быстро слить. Дебаф повышает урон темной магии. Если вы ловите копье с 10 стаками дебафа, вы умираете. Нет, дело не в копье. Я подбежать не мог, чтобы задотиться. Ханхо объяснял, что делает, дает дебаф. А. Вокруг босса много места, можно подбежать с разных сторон, слева, справа. Подбежать. Если вы не достаете, то сранит его стража, но подойдите поближе. Такие вещи, говоришь, очевидно. Бойд, каски расставай. Ну, видимо, его не пили, я не знаю, вы его очень долго сливали. Уголы, кулаки. Там можете показать дамаг по нему, если там скади это есть, я не знаю. Я тут не бил его явно. Ну если ДБМ не показывается, значит бить не надо. Чека. Так, когда страж уходит, можно всекать там массами, не массами, вообще насрать. Все готовы. Расставились как хотели. А, ну в принципе тут же похер. Давайте милики под боссы. Начинай. Лол. Агри. У нас тут немного человек. И терпеливый. И не сбил кассу. Я упрошал, я знаю. Ты понимаешь, что он тебя ваншотит? Ты можешь, кстати, сам подойти поближе, блин. Чтобы до тебя, ну когда ты себя говоришь этого сранитого, он будет ближе к РДД. У меня сейчас мана резается, кстати. Не знаю, что нарезать, но резается. Ты на хиль. Когда он говорит вот это, мне черная кровь Сарона, сначала, с первый раз, даешь незыблемость, а второй раз даешь кровь вампира и проваживаешь во время. Берешься ударом и смотришь. Нифига, он типа резает ману и сразу ее снимает. Понял, как это работает. Еще дамажим. Стопаем. Минуту ждать. Прижимайся.
Он еще, кстати, меткой может отхилиться. Может. Ну, поэтому как раз лучше по одному стоять на рейджи. Давайте по почти фул. До нас вообще не мало подъема. 18 кампус. Ранит его потом, я думаю. Блять, бери. Прожим, правда. Прожимайся. Да, нечем уже. Все в големах. Надо будет как-нибудь на будни, когда рейдов не будет, если будешь войд онлайн днем в шахматы с тобой зарубиться. Правда, не играл уже лет 10, но я думаю, за пару партий можно, в принципе, там уже вспомнить. Че, все убили, босса не играл. Нету плачь. Смотри, вот смотри, закон. Я говорил тебе. Сука. Я ебу, сука. Что, блядь? Нахуй. Сука, это же пиздец. Ты заходил. Я сейчас приду, быстро покурю, объясню тактику, кто куда идет и что делает. Я с собой остаюсь. Сука. Жопа просто. Чё, посох упал? Угу, блять. Когда я хэпал, он пошёл, блять. Да там, в принципе, похуй, хули там. Там, блять, 200 хп будет разница. Или 100 хп, блять, 50. Вот на этого. На БДК треньку одел, блять. 300 хп разница, блять, хуйня. Так, а с йогой-то что-то надо, нет? Резерв с дробняшком, блядь. С йогой хз. Что тут у нас йога? Плечо. Кожа. Лицо с духом. Шляпа какая-то, короче. Может быть, пуха на ретрика имеет смысл. Меткость. Тринька имеет смысл. На ретрика. Остальную шляпа.
Пора, но ты по-любому в комнату должен был идти. Я не знаю, что ты пишешь, ПМ. Но это хорошо, что ты знаешь, что делать. Не в ретрика, нет? Нет, ты в холлике остаешься. Значит так, в комнату идут Лорен Артвейдер, ваши порталы слева. Вот как мы сейчас стоим, слева. Ладно, я поделю, если там будет путаться. Артвейдер ближе к двери, Лоран, который ближе туда к заднице. Справа идут в комнату. Так, Ахламончик, ты уже в медведя спикнулся? Нет, я в сове. Дай лучше в мишку. Справа идут в комнату Трисия и Лапа Предков. Ты же знаешь, да, Настя, что делать? О, Филин, ты тут? Ну все, молодец. А моя ближе к двери, твоя дверь ближе там к жопе босса. Все, в принципе, заходим в порталы, херачим все это дело. Давай, расходимся. Если нет, не расходимся, у нас алгалон еще. Ну, если видит кто-то, что просаживается, подхильте себя. У нас все, кроме Ханта, могут себя подхилить. Это самое главное. Мы перейдем, скорее всего, в одну комнату. Вдеваемся в мозг, отдавайте бурсты туда свои. Дела. Чек на присутствие пока. А так, все здесь. Все-то в мишке, я вижу. Ну все, пошлите. Милики, ну, это касается меня и Иры. Можно бить трэш, но когда рвение Сары, просто отходишь. И чем вы бежите через них? Выбирайте. Танки, танки. Не спим. Игорь, ставь метки. Блядь. Привет. Ты видел, там два моба сейчас стояли одновременно. Надо ж метки ставить. Думал, все знают, что в одного надо убиваться. А, ну да, без но метки. Они не знают, какого есть, они вышли одновременно. Ладно, все, убили. Эти там бафы. Ира, кулак повесь. Все, хорош. На эпак забегаемся. РДД вон большой щупальц. Кстати, можно давать стан, чтобы он кидал эти дебафы. Сбивать каст. Спак, я бы сбежался. И вот босса щупальца. От черепа отойдите, он перекидываться будет миллион лет так. Отойдите от меня. Что там, портал уже скоро, не? Да-да-да, скоро сейчас портал был. Пак сбежались. Быстрей. Там в щупальце один. Беги-беги-беги, Сова. Чисто. Потом зайдешь в портал. Портал свободный, не вижу, что кто-то заходит. Надо подождать. Задохнитесь собственной ненависти.
Бля, чего по одной стороне бежите? Вы бежите, а так же, как заходите. Маленькая слейте, там охламывающая. Слейте маленькая щупальца. Всегда сначала маленькая, потом большая. Все, вливаем. Че тут только два хила бегают или че? Ультра, сука, бей, че ты делаешь, блядь, давай бей. Не вижу, чтобы ты кастовал, костой активный. Стрелять мне вот. Смотрите, блядь. Выходите, выходите. Все, пизда, да? Я же говорил, ВРК, выходить. Слышно было, нет? Падает. Че, вы там законтролились все? Я вышел. Ну все, падаем, че? Падаем. Короче, ясно. Знают у нас приз, конечно, что делать надо и хант. Надо сейчас я будет все объяснять заново. Я не законтролился. Не-не-не, я в другом вообще понимании. Ну, в смысле. Нахрена вы побежали по моей стороне? Вы заходите слева и бежите по левой стороне. Те, кто слева заходил, бегут слева. Те, кто справа, справа. Потому что щупальца есть слева и справа. Если все бегут по одной стороне, то с другой стороны щупальца не умирают. Все очевидно. Где тут лучи хоть какие, я не знаю. Дать дебаф, пока щупальца задушил. Да, ребята, блядь, слабенькие. Вам все надо говорить каждую секунду, что происходит. Нихуя не знаете сами. Лапа предков, Арт Вейдер получает контроль в комнате, не выходит из нее. ДБМа нету. Чего еще нету-то? Ну, дайте побубнить хули. Конец близок. В лучи заходите потом. Короче, сейчас заходим в комнату так же, как и говорил. Те, кто заходит слева, приисты, хант, вы бежите слева и бьете там щупальца. Не надо бежать за мной, когда я бегу, их бью, а вы там за мной что-то делаете. Мы так пробежали круг, вместо того, чтобы в два раза быстрее всего убить, мы слишком много времени потратили.